Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Давненько мы с вами не заходили, так давно, что уже начался новый сезон. К сожалению, я забыл записать самое начало, где я получил 5 паков за 26 ранг. И ни одной легендарки там не выпало, так что не особо много вы потеряли. Но зато я хочу набить 1000 кристаллов за счет прохождения, потому что, как ты видишь, у меня 10 ранг. До 20-го, если добраться, то можно получать кучу кристаллов. Как раз хватит, чтобы купить 10 паков. Так что поехали. Начнем, наверное, с задания дня. Ранний доступ. Благодаря гаргантологу вы можете разыгрывать гаргантюа за 5 и 6 единиц уже на 3-4 ходу. А суперспособность разгрома стоит дешевле, потому что это карта гаргантюа. Где-то вдалеке раздался гогот гаргантюа. Ну что ж, давай попробуем. Играем мы против вспышки на солнце. Так. Гаргантолог, да, значит? Ага. Мне кажется, он сейчас просто снесет меня, моего призывника, да и все. Да, так и будет, скорее всего. Хотя, подожди. Что тут сразу надавали всякую... Да он уничтожит, мне кажется. Ага, нет, он просто понижает параметр. Я могу, знаешь, что сделать? Поставить безумие и хоть каким-то образом немножечко выжить. Атаки, конечно, не будет. Ага, еще один гаргантолог. Давай посмотрим, что он будет делать на этот раз. Сейчас, по-моему, нет. Не стал бомбить. Ну что, вот теперь пора, по-моему, нам призывать. Давай-ка я сделаю вот так вот. Мне очень хочется посмотреть, как это сейчас будет выглядеть. Сейчас будут плодиться у нас тут гаргантюа, причем везде. Ну-ка. На-ка тебе. Сейчас. Первый пошел. И кто это у нас? Медик. Жалко, здесь, конечно, уничтожили. Угу. А если я вот так вот сделаю? Да, ему сейчас вообще не сладко на самом деле, ты посмотри. Во-первых, мы с тобой можем хильнуться сейчас. Во-вторых, если он кого-то сюда поставит, мы опять с тобой сделаем гаргантюа. Я знаю даже, какой здесь будет. Грибочек поставил. Ага, вот так вот он, значит, да? Вот так он. Ну да, здесь он пробьет. Ну, дальше-то. Что он сделает, я не знаю, ребят. Так, хиляемся. Да, тут, конечно, очень быстро мы разносим. Ух ты, защитник. Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. Твою налево. Ты смотри, что творит, а? Понижать, кому понижать? Ему, наверное, придется. А смысл? Смысл есть. Мы получим с тобой меньше урона. А если еще и сделаем вот так вот, вообще выживем. Ай-яй-яй-яй-яй. Что он там, не знаю, ребят, что он там получил. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Потому что, ребята, сейчас будет весело и вкусно. Смотри, что мы делаем с тобой. Вот так вот. И все. Два вот этих вот гаргантюа, которые плодят еще гаргантюа. Это, конечно, жесть. Так что 100 билетов мы с тобой получим 100%. А какие... Сейчас просто вот этот вот звезданет разочек, и все, ребята, и он распластается. Да, вспышечка? Вот так вот. Шутки плохие с гаргантюа, который играет на гаргантюа. 100 билетов. Как с куста. Ну что, ребята, а теперь пойдем играть на арену. Здесь мы задание выполнили. Так, битва. Так, ржавый разряд. Поехали. Поехали играть. И как всегда мне дают на 10 рангов противника выше. Ладно. И это еще и орех. Что-то мне кажется, что этот парнишка будет играть на орехах. Скорее всего. Может быть, на хилах. Сейчас проверим.
Главное, что у нас есть вот этот баллончик, который нам пригодится. Так, я тоже пропускаю ход, потому что мне элементарно некого поставить. Теперь есть. Погнали. Сделаем с тобой одновременно еще и добор. Ладушки. Что он будет делать? Ничего. Странно, конечно. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Неплохая карта. За одну ману. Так, возможно, мы сейчас... Опа. Он взял подсолнух. А зачем? Что он хочет сделать? Сейчас посмотрим. 6 энергии, да? Ну, допустим, я сделаю вот так. Допустим. И вот так. Опачки. Испугался, да, все-таки? Поехали. Угу. Замечательно. Так. Ну, теперь мы сделаем, наверное, вот таким вот образом. Что он дальше будет делать? Опа, Джека вызвал. Все-таки решил он на хилах поиграть, да? Как я понимаю. Ну, окей, окей. Так, смотрим. Он всю энергию добирает. Ну, мы тогда вот так сделаем. Неуязвимость берет. Ради бога. Что дальше? Ага. Ну что же, это хорошо. Сейчас мы его уничтожим, да? Как бы нам лучше сделать-то? Как бы нам лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот бомбанем. Ну и, наверное, пока все. Защита сработает у него? А, он же и так в защите. Окей. Так, ну что, пропускаем ход. Видишь, что творит? Розу эту позвал. Розу. Так, ну мы можем с тобой сделать вот так вот. Для начала. И сделать вот так. Так, вытягиваем карту. И сделаем еще с тобой вот таким вот образом. Жалко, конечно, погибает наш Йетти. Ну, давай, наверное, сделаем следующим образом. Вот так. Ха, у него жаба. Ну что, жабу мы с тобой, наверное, уничтожим. Срабатывает у него защита. Там 100% орех. Ну, как нам лучше сделать? Наверное, вот так.
И вот так, я думаю. Сейчас посмотрим, что он там будет выставлять. Вот даже как. Ну, в принципе, есть смысл, да? Погнали. Окей. Так, зомби-зомби получает плюс 5. Но этого пока нам не надо делать. 6 хп у него остается. Окей. Так, ну дальше мы сделаем вот таким вот образом. Ага, решил хильнуться, что ли, я так понимаю, да? Ну давай. Без ландшафта он, конечно, много тут не захиляется. Давай начнем с этого. Но если он вот так вот... Хотя все, ребята, ему, по-моему, крышка. Здесь бомбим. Здесь сделаем вот так вот. Ну и поехали. Неужели опять защиты нет? Все, пробили мы его. Не получилось у ореха на хилах меня вывести. И это круто. Так, сколько мы с тобой получаем? 2 звезды. Скоро у нас будет 11 ранг. Ну что, продолжим еще разок. Сыграем за ржавый разряд. А там хотелось бы мне, конечно, еще за грибочков сыграть. А почему за грибочков? Можно вообще просто поюзать разных. И зомби, и разных растений. А вдруг что-нибудь у нас получится. На таких вот ранних стадиях игры можно юзать. О, третий ранг. Третий ранг. Вспышка на солнце. В принципе, меня все устраивает, я, наверное, так и оставлю. Мне кажется, он сдастся. 3, 2, 5, 4, 6, 1. Даже никнейм себе не придумал. Так, от себя тяну какую-то. Пропускаем пока ход. Смотри-ка. Размещает шампиньонов случайных. Окей. Погнали. Ладно. Так, он, наверное, думает, что сейчас кто-нибудь у него там нормально вылупится, хотя такое может быть. О, видишь, пёся. Ну, давай я вот так сделаю, фиг с ним. Так, зомби-рыцарь. Ох ты. Вызвал персик. Слушай, ну мы сейчас с тобой воспользуемся вот этой картой. Вот так это будет выглядеть. Теперь пускай думает, что делать. Бесполезно. Неужели ты не знаешь? Нет, он, наверное, не знает. Так, в разнос. Минусанули. Так, следующий пойдет вот этот вот у нас, скорее всего, маг. Да, я думаю, что надо ставить его. Прекрасно. Ох ты. Тыква. Мощно,
Мощно. Ну, мы с тобой можем что делать? Да вот, в принципе. Вот так вот. Слушай, я надеюсь, он не пробьет сейчас. Вот тут ты не попал, парень. Погнали. Так, 4 в лицо, еще и 7. Блин. А тут у него сработала защита. Минус 2 делает. Я бы лучше, конечно, сюда потратил. Окей. Мне пока даже поставить нечего. Уничтожает зомби. Окей. Так, вызывает грипп. Ну все, ребята, он тут, в принципе, уже не жилец. Я думаю, всем понятно, да? Делаем с вами вот так вот. О, тут даже... Вообще супер крутой вариант у нас получается. Посмотри какой. Хопа, и минус этот еще. Прихватываем. Здесь тратим шар. Ну и представь, сейчас он получит 5-9 урона получил. Сработает на следующий ход у него защита. Но что-то мне подсказывает, это все. Да, он сдался. Понятное дело, что ему никак не выкрутится. И причем он играл стандартными колодами. Значит, это действительно был новичок. Ну что, ребята, мы переходим с вами на 11 ранг. 20 гемов зарабатываем. Так, и еще нам нужно сыграть одну игру. И получим с тобой 100 кристаллов. Так, подожди, может быть... Может быть, нам лучше сыграть... Ну, давай к примеру. За бесячество давай сыграем. Поехали. Просто посмотрим. Даже если проиграем, ничего страшного в этом нету. Все равно играем по фану. Так, 16 ранг. Причем это цитрон. Но цитрон-то еще тот жучара. Так, слушай, что-то я, по-моему, не ту колоду взял. Ладно, поехали. Начнем потихоньку. Опачки. Опачки, что он там выхватил. Мне главное сейчас никого не поставить. Вот в чем проблема-то. Ха-ха, ты понял, что он делает? А мы вот так вот спрячем. Замечательно. Так, ну что, дальше у нас есть что сделать, верно? Поставим нашего шута. И посмотрим, что он сейчас будет делать. Вот так вот. Орех у него тут, понимаешь? Погнали. О, замечательная карта выпала. Замечательная карта. Так, здесь зомби. Слушай, а если мы с тобой сделаем, знаешь как? Вот так вот. И вот так. Я думаю, что неплохо. А вот это вот не есть гуд на самом-то деле. Кто бы мог подумать, что какой-то, блин, цитрон будет играть на орехах? Я бы не подумал бы, если честно. Два бесячества? Ну, давай поставим два бесячества.
Угу. Да чтоб тебя. Давай еще неуязвимость возьми, и будет вообще опупенно. Ну что он там замер-то? И в кого? Ага. Так, ну мне некого тут поставить. Все ячейки забиты. Че, он хочет добор делать? Оу. Блин, вот это вот мне не нравится. Так. Ну, это пока мы заберем. Тут 100% у него неуязвимость. Ну что, а, мы не можем применить. Мы пока не можем с тобой применить. Как лучше сделать-то? Давай я вот так, наверное, закажу. И пока все. Так, орех. Ну что, мы с тобой делаем? Да пускай хоть заудваивает тут. Неуязвимость, да, вешает? Окей. Так, ну мы с тобой вот таким вот образом. Погнали. Допустим. Так, орех этот отдупляется. Плюс 3. Ну давай так сделаем. Так, а что теперь-то? Этого нам надо замораживать по любосику. Поэтому делаем, наверное. Блин, как тут лучше сделать-то, а? Давай я вот так сделаю. И пропускаем ход. Если у него есть неуязвимость, это будет плохо. Так. Еще творит. Что мы можем сделать? Заморозить этого? Это единственный вариант. Все, ребят, больше я не знаю, что тут можно еще заклепать. Так, ну что, давай, родной, пробивай. Ух, ё-моё. Лужайка, конечно же, лужайка нанесла урон, блин. А я-то думал, сейчас он у нас звезданет, звезданул. Да, бесячество, неудачно у тебя как-то получилось. Хорошо, давай отыгрывать. Я думал, что он сейчас получит пятерочку и звезданет, и мы выиграем. А видишь, про лужайку-то я совсем забыл. Опять гриб, ой, гриб, опять этот. Орех. В доспехах. Что-то за мода пошла у них на орешки, я смотрю. Давай я вот так вот сделаю. Опа. Что это вдруг? Чего это вдруг он выставил этого чудика? Так, пропускаем ход.
лужайку. Окей. Так, давай сюда поставим. Что он там будет делать? Ягодку выставил. Ой, молодец-то какой. Ты сейчас издеваешься, что ли? Я не могу понять. Все, отлично. Так, поехали дальше. Уничтожает зомби, ну окей. Стенорех. Допустим, поехали. Урон мы все равно не получим, мы под защитой, так что пускай он даже не думает. Так, погнали далее. Еще один орех поставил. Так, нам надо будет потом с тобой вирус применить. Обязательно. Или, ну да, орех уничтожим, и вирус, и будет все окей. Так, пускай он тут завосстанавливается здоровье. Нам на это, честно говоря, по барабану. Так, давай-ка, наверное, вот здесь вот уничтожим. Поехали. Так, так. Окей. Поставим сюда. Восстанавливает опять здоровье. Что-то ищет. Что ты ищешь-то там? Объясни-ка мне на милость. Все равно ты ничего не найдешь. Восстанавливай здоровье, окей. Все, восстановил. Так, ребят, ну а мы что делаем? Вирус применяем. Отличная карта. Погнали, сейчас защита, правда, сработает. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Угу. Так, хорошо. Поехали дальше. Так, у нас есть еще вирус. Перемещает. Куда это его переместишь-то? Сюда? Окей. Да, конечно. Ну чё? Погнали. Поехали. Бамс. Так, защита срабатывает? Да, срабатывает защита. Что он там сделает? Что он там сделает? Ничего, да? Ну, в принципе, и все. Давай сделаю вот так вот. И вирус накладываем, ребята, и по идее ему должна быть. Так, орех. Ах ты, гадюныш ты несчастный. Ты смотри, что делает, а. О, даже как. Вот ты даже как делаешь, а. Ты посмотри. Поехали, ребят.
Так, 17 здоровья у него, да? Все, все практически восстановил. Так, что же сделать-то? Ну, я думаю, что бонусной атаки-то у него нету. Сейчас проверим. Так. Вот ты что сделал, да, значит? Ну что, поехали. Так, это в минус. Пам-пам-парам-пам. Ну что, погнали. И вот так. Ага. Закатай губишки ты обратно, пожалуйста. Так, этого, наверное, переместим сюда. И сделаем вот так. Поехали. Угу. Так, и ответочка. Все, ребята. Вот так вот мы уничтожаем орехи, которые на хилах. Прекрасно просто. Так, предлагаю еще, наверное, партиечку сделать. А, мы с тобой еще в гемы сейчас получим соточку. Итого у нас 940. Но 940 это мало. Нам еще нужно 60 гемов заработать. Ё-моё. А вот это уже серьезная заявка. Я сам играл за этот гриб, за ночной колпак, и я знаю, на что он способен. То есть, если мы сейчас упустим вспышку, это будет трындец полный. Сейчас начнется расколбас. Блин, вот здесь мне знаешь, кто пригодился бы? Страж. На ягодах? Слушай, ну на ягодах я не знаю, ребят. Он этот ландшафт, скорее всего, поменяет. На свой какой-нибудь там грибной. Возможно. Так, пускай пока тут веселится. Давай так вот сделаем. Так, неплохая карта выпадает нам. Так, какой у него там 11 ранг? Но, в принципе, должен знать, как играть. Ай-яй-яй-яй, жалко, я не успел. Хотя мы можем с тобой потом уничтожить. В принципе-то нам какая разница, да? Давай вот так вот сделаем. Я надеюсь, не уничтожит он мне кувалдочкой там. Он же может. Ох ты. Ты гляди-ка, подловил, ребята, меня он. Сейчас будет плодиться, да? Сейчас будет плодиться. Ну что, 4. Давай, наверное, сделаем вот так. 1.
И вот так. Посмотрим. А что он там придумает сейчас? Сдался? Ну, не знаю, ребята, все шансы у него были на победу. Он сдался. Окей, сдался так сдался. Что я могу сделать? Главное, что мы с тобой переходим на 12 ранг. 20 гемов зарабатываем. Так, ну что, давайте теперь мы попробуем сыграть за ночной колпак. Так, блин, я не посмотрел, какая колода, ё-моё. И мы против бесячества. У меня этих колод там слишком много на колпаке, поэтому... Что-то я не уверен, что я правильную взял. Ой. Ладно, поехали. Ну что, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас будет вызывать, наверное, двух бесят, скорее всего. Нет, наносит 2 единицы урона, окей. Протратился, да? Сундучок. Он тебе не понадобится. Захотел чего, а? Что, еще сундук? Нет, друзья мои, не сундук. А кто у него там может быть? Давай я так вот сделаю. О! Книголюб. Давай только вот сюда не ставь, пожалуйста. Отлично. Пускай там вот стоят. Так, поехали. Начнем потихонечку, да? Так, доборчики. Доборчики нам нужны. Доборчики. Блин, как тут лучше? Ну, давай вот так вот сделаем. Черт с ним. Прекрасно. Но у него что может быть? Заклинашка какая-нибудь? Противная. О, видишь, что он делает? Наносит 2 единицы урона всем. Допустим. Так, это мы с тобой оставляем. Так, что дальше? Мы смотрим, что он там выставлять будет. Ничего. Ну, тогда сделаем вот так вот. Пам-пам-пам-пам. И, наверное... А вот так. Блин, у него же есть, по-моему, отравление, да, если я не ошибаюсь. Наносит 2 единицы урона. Так, давай, родной, прокачивайся. Перемещает зомби. Бэмс. На в табло. На, получи. Так, у него 2 карты всего лишь остаются. Прекрасно. Ох ты, ох ты, ух ты. Какой злюка. Я знаю, что он хочет сделать, ребята. И что он сделает, в принципе. По 1 единице урона нанесет, ведь так. Прокачает вот этого.
Поэтому погнали. Делаем так. Пять в лицо прилетит. Пять в лицо. Ну все, поехали. Угу. Так, все получают по одному урону. Плюс 5 в лицо я получаю сразу же автоматом. Так, ну этого можно гаврика. Хотя, пускай живет. Замечательно. Что у тебя там еще? Ну-ка покажи мне. Акулочка. У него, друзья, акулочка. Ну что мы тогда сделаем? Бомбанем здесь. Уберем вот этого чертовой бабушки. И вот так вот. Поехали. Надеюсь, что там? А, меняет. Поменял все-таки. Ладно, ладно. Прекрасно. Ну что, выставляй свою акулу или кого-то там. О! Ты такой наивный. Блин, я прям не могу. Жалко, конечно, что вот этот вот. Ну что я могу сделать? Ребят, я могу сделать только одно. Сделаем вот так. Поставлю вот так. Чего вот сейчас тупанул? Скажи-ка мне на милость, а? Как-то так. Проверим. Что у нас из этого получится? Фигня получится, да ведь? Так, на этому, этой акуле, наверное, не жить все-таки, я так понимаю. Да-да-да, акуле крышка. Ну и все. Смотри, что сейчас будет. Проскок, синтез, да, это нам как бы неинтересно. Поэтому убираем отсюда его. Так, и сделаем, наверное, вот так. Все, он сдался, короче. Ну, на грибах как-то так, друзья, играется. Медленно, но уверенно. Так, 75 билетов получили. Ну что, о, переходим на 13 ранг. Это еще лучше. Так, и получаем еще 20 гемов. Так, и нам нужно еще 20 получить. Так, дай-ка я сыграю, знаешь, за кого? Давненько я вообще не играл за... вот это вот. Давай посмотрим, получится ли у меня сыграть за зеленую тень, которая, по-моему, у нас колода на орехах, если я не ошибаюсь. Даже не на орехах, а на... ну, ты понял, на фасолях. На фасольках. Да ты серьезно, что ли? Ладно, попробуем. Вот зомби. Мне кажется, у него сейчас будет, как всегда, удар сверху, да? Нет. Вызывает амфибий. Вот так вот. Видишь, как ему повезло.
Угу. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Ну, что мы так сделаем? А что мы тут сделаем? А мы сделаем вот так вот. Поехали. Так, защита сработает? Нет. Он сейчас сработает. И... Так-с, что дальше? Ох ты. Пиратик, друзья мои. Собственной персоны. Значит, за каждого этого гаденыша он будет... За каждую вот эту он будет сейчас добирать карту. Ты понимаешь? Смотри, хоп, добор. Сейчас этот хоп, добор. А у него 9 здоровья стало, 7. Тем круче для нас. Ну что, ребята, что нам делать? Вот так вот. С прочерком. Угу. С прочерком, да, значит? Что нам лучше сделать? Нам, наверное, лучше сделать следующим образом. Да ё-моё. Погнали. Угу. Та-та-ра. Ну, я тебе сейчас устрою такой тра-та-та. Так, вот этого, по идее, надо будет убрать. Или как нам сделать лучше? Блин, как тут лучше сделать? Давай, короче, я вот так сделаю. Не очень много прибавилось, ну да ладно. Так, срабатывает защита. Что нам тут дают? Ураганчик. Давай, наверное, вот этого уберем отсюда. Окей. Так, ягода. Все? Так, тут у него с прочерком, да? Наверное, я так понимаю. Короче, нам нужно сделать вот так вот. Дальше вот так вот сделаем. И, пожалуй-ка, вот так. Тут, скорее всего, я, ребят, конечно, проиграл. Блин. Где ты вот раньше была? Ягода малина, а? Скажи-ка мне. О, антигерой. Кто бы мог подумать? Я вообще-то думал, что у него здесь ковбой будет несчастный. Ну все, проиграли. 6 в лицо, плюс этот добивку делает. Да, не ожидал я, конечно, что здесь у него вот этот вот антигерой. Серьезно тебе говорю. Да, зеленая тень. Неудачно у тебя получился как-то забег. Ну что, давай теперь за бабаха попробуем. За него тоже давно не играл. И за ореха тоже. Ну, как минимум месяц, это точно. Ну-ка. Разгром.
Окей, поехали. Что-то у меня тут заколода такая непонятная. Крахмал, тут же кактус. Хм. Так, могилоед, это хорошо. Ну что, опять пропускаем ход? Фиг делать. Такс. Чё там задумал-то, а? Ягоду может выставить? Нет, ягоду это глупо. Давай вот так вот сделаем. Уничтожает. Отлично. Теперь я буду знать, что у него есть, а что у него нету. Крахмал, поехали. Набрал заклинаний, наверное, да? Одних, целую кучу. Но у него, наверное, есть шар. У него есть шар. Потом что, можно, в принципе, поставить ягоду и кактус? Да ладно. Да ну, быть такого не может. Фух. Ну тогда уж ты меня извини, парень. Тогда уж ты меня извини. Ой, я не могу поставить. Давай сделаю вот так вот. Да и все, пока. Зомби получает плюс 2, плюс 2. Угу. Страж. Страж галактики появился. Так, ну что, во-первых, мы с тобой вот этого переносим вот сюда. Это во-первых. А во-вторых, блин, че, я не могу прикрыть, получается, что ли? Ай-яй-яй. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, давай вот так вот сделаю. Ну, фиг с ним. Поехали. Так, он погибнет. Оу. А вот это вот неплохо, кстати. Смотри, что выставил, а. Ты посмотри, что он выставил. Блин, мы все равно не сможем пробить. Мы все равно не сможем пробить. 3-4, это получается 7. Да фиг ли. Поехали, короче, вот так вот я сделаю. Погнали. Пускай он там себе восстанавливает здоровье. Или что он там будет делать. Восстановил, да? Чеснок. Гаргантюа. Да ладно, ты хочешь сказать, что ты на... Ага, на гаргантюахах он решил, да, сыграть? Я понял. Так, ну что, здесь придется, наверное, делать вот так. Это раз. И вот так. Это два. Поехали.
Угу. Так, этого ханурика сейчас уничтожаем. Замечательно. Так, а вот что дальше нам делать? Я пока ума не приложу. Угу. Явился, не запылился. Как быть? Короче, сейчас что-нибудь надо придумывать. Сейчас надо что-то придумать. Так, сюда. Шесть и шесть. Так, выставляем вот этого сюда. И, наверное, вот этого. А дальше смотрим. Что он там делает? Ага, ну это ладно. Так, этого не уничтожит он, по ходу дела, да? Но оставит мало броней. Единичку буквально. Такс. Ага. Орех. Орех. Да куда ж ты, блин, орех этот перемещаешь? Ну, ё-моё, ну серьезно что ли, а? Зачем? Два. Блин, он же уничтожит и здесь, да, получается? Давай так вот сделаем. Поехали. У него, правда, еще три энергии есть, так что он может все кардинально тут изменить. Сейчас кого-то выплюнет. Спортивный зомби, окей. Он сейчас этот орех-то уберет как раз своим ударом-то этим, да? Мне почему-то кажется, что именно так он и сделает. О, ананас, как же я тебя долго ждал, а? Если бы ты только знал. Пана вызывал, ты посмотри, всякой шушеры здесь. Так, ну что, давай этого бомбанем. Пам-пам-пам. Что будем делать? Предлагаю, наверное, сделать вот так. И вот так. Поехали. Этого, блин, этого мы с тобой не завалим. Но зато она получает урона. Она получает урона. Так, поехали. Крахмал это не идет у нас как орех, поэтому, ребята, не удивляемся. Вот это да. Так, прокачка. Сейчас орех этот у меня улетит. А, он восстанавливает себе здоровье. Даже так. А, не ожидал. Хм. Все? На этом, да? Ну что? Предлагаю сделать вот так вот. Дальше. Пум-пум-пум-пум. Дальше, наверное, вот так вот сделаем. И, наверное,
Жаба нам пригодится. Пригодится же, да? Пригодится, поехали. Кому там безумие ставит? Этому зомби? Понял. И 6 в лицо мы еще получаем, да? Или что там? А куда он там разошелся-то? Что, надо его съедать? Ты будешь лопать-то? Ты, блин, серьезно сейчас? Окей. Орех, ребята. Орех выпал. Да, стражника вызвал. Окей. Вот так вот предлагаю сделать. Поехали. У него же должен быть удар, вот он. А, твою же налево. У него не удар, у него совсем другой, ребят. Да. Кто бы мог подумать, что у него этот баллончик плешивый завалялся. В общем, ребят, не могу я за других пока играть. Вот за... Пока получается у меня за... Ё-моё, за ночной колпак. Ну и за этого. За ржавый разряд. Ну что вы это дали, 9-й ранг? Хотя у него, ребята, медаль есть. То есть этого сезона. Ну и что это тут у нас такое? Ладно, давай попробуем. Заразительная сальса. Это еще тот вреднюк, если честно. У него очень мощные удары, которые наносят как раз урон по моим этим грибочком. Один, там три урона. О, видишь, ниндзю вызвал. Давай его сдуем отсюда. Надо было вот этого ставить. Ё-моё, что-то не подумал. Ну давай, выставляй обратно своего ниндзю, а мы... А мы поставим. А мы поставим вот так. Окей. Пам-парам-пам-пам. Ну что сделаем? А ведь я не смогу потом давить. Как тут лучше сделать-то, а? Давай вот так вот сделаю. Посмотрим, что он будет делать. О, меняет ландшафт, отлично. Меняет ландшафтик. Значит, мы с тобой поменяем. Обратно, да? Вот так вот мы это сделаем. Я вот просто не помню. Так у нас, ага, так прокатывает. И получилось не два, не полтора. Ё-моё, молодец, Рэй. Офигенно сделал. Надо было вначале ставить гриб, потом вот этого.
Фу. Твою налево, ребята. Вот это я мастерски удружил сам себе. Просто мастерски. Да. Но ведь ты понимаешь, что это мне не поможет вообще никак. Никаким образом, блин. Вообще никаким образом не поможет. Ладно. Поехали. Так, срабатывает защита. Погнали. Так, 11. Здоровье у него 11. Так, что мы можем с тобой сделать? Че, он прям во мне? По мне будет бомбить? Нет. Смотри-ка, что он делает. Как быть? Я боюсь, у него есть этот удар, который он наносит урон. Если он есть, то я проиграл, он уничтожит мне вот этот вот. Да. Только почему-то он не туда ударил, если честно. Он бы мог вот сюда бомбануть и все. А так он еще и потерян. Ну, видимо, он уверен там в себе. Причем офигенно уверен. Вот как бы ему это сейчас не аукнулось. Фасоль. Плюс 2 бобовых. То есть ты понимаешь, да? Смотри. Делается так. Фасоль. Пошли бобовые. Плевок. Добор. Блин, если у него там есть, конечно, эта фигня, это плохо. А если нету? Честно говоря, не особо я уверен, но все равно надо пытаться что-то сделать. Угу. Ну и, к примеру, ну вот так вот. Уж не знаю, ребята, что у нас из этого получится. Тогда все, тогда кранты, да? Бэмс. Он же сейчас еще атакует моего мелкого. Да. Этого мелкого он уничтожил. Но я тебе говорил про этот удар. Если бы не он, то ему бы уже все, на следующем ходу крышка была бы. Так, давай-ка еще разок. Или, блин, хотел отменить. Хотел отменить и заржал разряд. Ну вот, ребята, давно не играл. Навык потерял. Поехали.
Этот тоже, у него есть такой удар. Он наносит 3 урона основной цели и по одному другим. И это, кстати, очень плохо. Так что надо еще подумать. Еще он делает. Естественно, мне нет смысла сейчас кого-то выставлять. Поставить вот этот гриб. Но это уже потом, если только. Опять же он может нанести урон, ребят. Смотрим. Никого, как ты видишь, он не выставил. Ну давай я, допустим, вот так вот сделаю. Просто сделаю добор. Естественно, пробить я его не пробью. А вот то, что он вот так сделал, это хорошо, ребят. Но опять же, если мы его будем убирать, главное, чтобы он никого не поставил. Хорошо он сделал, поэтому стражник отсюда вылетает пробкой просто. Ну а мы сразу сделаем вот так. Уж кто там у него сидит, я не знаю, ребят. О, вот кто. Сейчас, естественно, уничтожит один из грибочков. Нормально. Ну что, он будет сейчас стражника вызывать опять? Ну да. Давай я вот так вот сделаю. Ну что ты там задумался-то опять? Хочет заклинашку применить и знает прекрасно, что получит втык. Но я тебе говорю, у него есть заклинание, 3 урона наносит. Ничего не стал делать. Так, ну что, у нас ландшафт появляется. Ландшафт. Давай я вот так вот поставлю. Посмотрим. Ох ты. Усиление сейчас. Так. Срочно выставляем грибы. Давай сюда. Да сюда надо было. Блин, сейчас влетит нам. Ау. Да, всыпал, конечно, неплохо. Блин, мне кажется, у него этот удар есть. Который нам... И вот он специально, да? Специально решил подождать. Специально решил подождать. Пам-пам-пам. Ну давай я вот так вот сделаю. А что еще тут? Что тут еще можно придумать? Смотри, видишь, что делать? Уничтожает всех растений. Ха, гаденыш. Вот так вот. Значит, у него немножко другой был удар. Ладно. Вот это плохо. Ну вот как вот с ним бороться? Тут уже, ребят, бесполезно. Тут уже все, тут уже приплыли, называется. Не получится.
Хоть бы и хотелось очень сильно, но... Я не знаю. Каким-то чудом надо, чтобы нам тут так повезло. Дайте мне какой-нибудь, дайте еще грибочек там, еще какой-нибудь. Не то, все, не то, ребята. Да, победа была близка. Но, к сожалению, не получилось. У ночного колпака, знаешь, какая большая проблема есть? Что у него нет карт, которые могут уничтожить таких вот мощных противников. Вот и все. Ну что, давай, ржав разряд. Вся надежда на тебя, видишь? У нас сегодня не клеится игра почему-то. Я просто хочу получить свои 1000 кристаллов, купить паки и все, и закругляться на этом. Вырезать, ребят, ничего не буду, пускай все как остается, как есть. А то, знаешь, там некоторые вырезают проигрышные свои матчи. Я оставлю как есть. Пускай так же попереживает, как и я. Так, ну что у нас здесь? Ну давай поставим сумоиста. Отлично. Хорошая возможность. Давай его уничтожим. Так, он еще сам в себя плюется. Так, страж. Страж поможет нам. В принципе, должен. Ну, давай я поставлю стража. Пробить ты не пробьешь, парень. Ну, зато он все слил. Все заклинахи. А значит, у него, скорее всего, ребята, мох. Или как его там величать? Мох? По-моему, именно он. Давай-ка я вот так вот сделаю. Я сделаю вот так. Угу. Гляди-ка, что вытворяет, а? Ты гляди, что вытворяет. Ну, давай посмотрим, что ты дальше будешь делать. Я так и думал, что у него мох. Да, ребята, именно вот этот чипиздрик мелкий. И я почему-то не удивлен. Что нам сделать? Вот так вот сделаем мы. Сейчас будет его прокачивать. Сейчас увидишь, сейчас он начнет его прокачивать, соответственно, уничтожая все на своем пути. А, вот этого, наверное, будет прокачивать. Нет, все-таки. Все-таки этого, да? Такс, окей. Бамс. Бамс. Так, у него 9 здоровья осталось. У нас чуть-чуть побольше. Давай-ка я сделаю вот так. Ха-ха. Ну тебе крышка, парень, ты даже не радуйся. Тебе тем более. Че, у тебя там одна карта все? Че, умоляю. У нас работает защита. Да не поможет тебе это, что ты... Он мне даже еще и удружил, можно так сказать. О! Замечательно. Так, ребятушки, ну что? Бомбим? Так, здесь
подкрепчик сделаем. И вот здесь тоже. Вот так. Поехали. Сейчас у него сработает защита. Ты прекрасно это понимаешь. Там у него будет какое-нибудь усиление. Только вот какое там усиление, фиг его знает. Во, 2 плюс 2. То есть сейчас мы еще 6 в лицо получим. Как замечательно, ребят. А вот теперь попробуй пробить. Попробуй пробить теперь, парнишка. Заклинание заклинаниями, а пробить ты стражу не сможешь. Так что извиняй. Не-не-не-не, это тебе не поможет, парень. Да хоть ты там запрокачайся, тебе все равно кранты, все. Не, даже не думай об этом. Все, ребят, поехали. Бамс. Я же говорил, что он будет с этим мхом играть. О, тут вообще. Бумс. Ржавый разряд нас не подвел. В очередной раз, друзья мои, он сыграл великолепно. Ну что, наконец-то мы с тобой зарабатываем новый ранг. И, соответственно... О, подожди, какой новый ранг-то? О чем это я? Новый ранг? Нет? Еще пока нет. Продолжаем играть. Что-то я вперед, батики, в пекло-то полез. Твою налево, каротин. Каротин, морковка, а? Чтоб тебя разорвало на 1000 кусочков. Ну что, попробуем. Тяжело, конечно, с ней драться, но попробуем. Хотя в последние разы, ребят, я ее выносил. Причем довольно неплохо. Вот то, что вот шаманство она делает, это, конечно, зло. Сразу две карты себе берет. А мне только и остается, что пропускать ход. Страж. Ну давай я сюда поставлю стража, фиг с ним. Так, каратинчик, что будешь делать? Вот, видишь? Урон мы, конечно, не нанесем, но... Урон и не получим, так сказать, можно, да? Давай посмотрим, что здесь придумает. О, о как. Поехали. Ну, допустим. Давай сделаем вот так теперь. О, змейка. Что будем делать со змеей, ребят? Мне кажется, уже догадался. Я, кажется, уже догадался, что мы будем делать со змеей. Опа, опа. Что-то новенькое, ребят. Что-то новенькое, я тебе серьезно говорю. Давай-ка даванем. Бамс, бамс. Так, 7 хп остается, да? Все, плоди свою чушь эту. Пропускаем ход. Нам потому что все равно нечего сделать. Он сейчас будет прокачивать, скорее всего, командой вот этот вот орех. И мне, к сожалению, пока ничего не сделать. К сожалению. Так, что же сделать-то лучше? Ну давай я вот так вот бомбану, фиг с ним. Все равно лучше я ничего не придумать не смогу. Опа-на.
Каратинчик, да? Так, этого бомбанет. Мы с тобой что можем поставить сюда? Да хоть что-нибудь. Так, в кого он там превратится? О, нормально. Так, все. Давай сделай вот так вот. Видишь, у меня нет заклинаний. У меня карты-то, в принципе, неплохие. Все, все на этих. Но нет ни одной заклинашки. А он сейчас будет прокачивать, да, команду свою? Так, куда я этого могу выдвинуть? Туда, на воду. Отлично, в принципе, нормально. Такой расклад меня вполне даже устраивает. Пускай он там стоит себе на воде. Зато он плодиться не сможет. Зато он плодиться не сможет, да? Поехали. Хм. Давай сделаем вот так, наверное. И вот так. Так, и за ноль вот сюда поставим. Просто проверим. Угу. Просто проверим, блин. Давай-ка вот этого вот сюда поставим, отлично. Поехали. Да. Было бы неплохо, если бы мы сюда защиту поставили. Было бы вообще идеально, да? Ну, раз не вышло, так не вышло. Погнали. Пока все. Пока все, что я могу себе позволить. Звезда. Слушай, не припухли он, а? Фигов звездочет. Ну и вот так вот сделаем. Да, она получаем-то сейчас урона. Блин, мы с тобой будь здоров. Я надеюсь, защита сработает. Что-то я не вижу, чтобы защита тут срабатывала. Ну и вот так вот. Бесевый каратин, а? Ну что ты там думаешь-то, а? Ребят, ну в любом случае нам крышка. Если даже этот переместится сюда. Что он там делает? О, он еще хуже сделал. Для меня он сделал вообще пакость полную. Тут вообще без вариантов. Тут без вариантов. Кстати, вот эти вот колоды, которые работали в прошлом сезоне, да? В этом сезоне у меня уже с ними, с этими колодами играть не получается. То есть, ну что ты там думаешь? Специально что-то тянет резину, блин. Куда ты его сдвинешь? Сюда. Но он-то все равно сейчас переместится. Тянет время специально, смотри. Гаденыш. Ну тут все равно крышка нам. Ну мне вот от этой карты вообще ни холодно, ни жарко. Вот если честно. Давай так поставим. Да понту. Ребят, я не вижу здесь понта. Сейчас он будет
выжидать время 3 часа. Свои беспонтовые. Тратя и мое, как говорится, и ваше. Поэтому лучше сдадимся и... Да, нам придется еще два раунда нам нужно выиграть. Ёпрстый, вообще, 33-й ранг, еще и каратин. У меня такое впечатление, что эти ребята где-то насмотрятся, я не знаю, у кого-то. Колод. И вот играет одним и тем же. Ну и что ты? Я, конечно, тут. Давай вот так вот мы сделаем тебе. Как тусенок ты несчастный. Пускай там стоит в сторонке. Главное, что никому не мешает. Так, поехали. Он же может переместить, да? Смотри, что делает. Ну, давай я вот сюда поставлю. Так. А я ничего не буду делать. Давай вот так сделаем с тобой. Поехали. Так, неплохая карта, в принципе. Давай я, наверное, лучше сделаю вот так. Так, при появлении сверху. Да ты посмотри, блин, у них у всех у... цветочек вот этот вот плешивый, который меня просто бесит. Просто меня раздражает. Окей, давай так сделаем. Пускай наши карты прокачиваются. Угу. Все? Погнали. Так, ну это все мы уничтожим сейчас с тобой. Через вот это вот. Так. Угу. Ну что, пропускаем. Этот крахмал сейчас бомбанем. Крахмал, мину и кактус. Пускай он там что хочет делает. Лужайки свои ставит. Да что хочет, ребят. Абсолютно по барабану. Поехали. Иу. Страж 2-4. Ну-ка, давай-ка я вот так вот сделаю. Перемещаешь? Да ради бога. А, ты этого переместил. Угу. Так, и, наверное, мы сделаем с тобой. Слушай, а надо ли это делать? Наверное, надо. Поехали. Так, ну этот сейчас ему добор сделает, это понятное дело. Так, у нас с тобой еще есть вирус. Так, ставим сюда и ставим сюда.
Все задумались. Опа. Опачки. А вот это, ребята, плохо. Ну, урон-то мы, конечно, не получим, но он сейчас снесет все на своем пути. Правильно, да? Так, это вот 9 хп. Сколько у нас энергии? 9. Пропускаем ход, уничтожаем этого говнаря, наверное. Ему нужно здесь еще прикрыть, соответственно, что-то поставить. Ну, сюда можно какую-то мелочь влепить. В принципе, ничего страшного, да? Так, еще шаманство двух приемов. Этот прокачивается, соответственно, блин. Но мне главное вот этого бомбануть. Угу. Давай-ка вот так вот сделаем. Погнали. Так, ему нужно нанести всего лишь 9 урона, ребята. 9. Так что поехали. Делаем так. Так, что тут нам еще-то лучше сделать и как сделать? Ну, вот так вот поставим, к примеру, да? И вот так. Уничтожает надгробие. Твою налево, а. Ладно, уничтожил моего водолазика. Что дальше? Ну, это, блин, а этого-то уничтожат. Этот-то погибнет. Блин, ну это пипец какой-то. Просто, ребята. Девять каких-то вшивых урона, блин, неужели, да, по-моему, сфеймся. Тебя умоляю, что ты... Три энергии он мне дает. Мне твои вот этой энергии не холодно, не жарко, если честно. Все, погнали. Так. Дальше. Так. Плюс. Так. Окей. И если у нас получится поставить вирус, то будет все окей. Но это если получится. Да ёпрасы-то, ну ты, блин... Ну ты посмотри, что творит, а? О, хорошо. Отлично, друзья мои, выпала нам карта. Так, давай, 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 4 в лицо ему. Так. Прокачивайся. Не знает, что ему там выпало, ребят. Какая-то карта, наверное, офигенная. Так, смотрим. Ты серьезно, блин?
Ну, тогда прощай. Ох, шикарно мы его обманули, друзья мои. Просто круто. Ну, согласись, нормально сыграли. Блин, я уже думал, все. Распечатают нас. Но, видишь, нам фартануло, ребята. Ну что, еще одну победу и все. Так, давай-ка сыграем, например, за заразительную сальсу. 1000 лет не играл. И вот что-то мне вдруг захотелось. Ну, как всегда, мне дают повышенный ранг. Типа я тут супер-пупер такой игрок, да? Что? Слушай, что такое-то? Немножко не то я, конечно, ожидал. Ладно, фиг с ним, поехали. Мне кажется, на хилах будет играть чувак. Скорее всего, 100%. Или на орехах. Тут два варианта, либо хилы, либо орехи. Все, больше не дано ничего, ребят. Тем более 20 ранг, он уже Тася. Тася 30 лет, наверное, да? Вот этот вот, про этот удар я говорил, вот когда против грибов, ребята. Наносит 3 единицы урона растению. Твою налево. Ну, фейлится, понятное дело. Ну, он орех, ой, то есть орех мину тоже свой фейлит. Так что нормально. Погнали дальше. Что-то у меня колода из охотников состоит. Тебе так не кажется? Да ладно, ничего нету, да быть такого не может. Не верю. Сейчас уничтожит надгробие наверняка. А в принципе не жалко. Хотя нет, жалко. Бэмс, погнали. Хоба. На-ка. Так, ну что, теперь этого поставим. Интересно, кого он сейчас... Опа. Опачки. Прям такой нежданчик, если честно. Хм. Что я могу сделать? Я могу сделать... Вот так. Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же, блин, не вовремя. Защита-то у тебя сработала не вовремя. Что у тебя там, орех? Ну, давай выставляй свой орех. Ну, что ты там задумался опять? Бабкины челюсти. Бабкины челюсти. Он в эту тыкву, наверное, кого-то посадит сейчас. Ну, я резона не вижу. Опа, все-таки хилы, да? Все-таки, друзья мои, это хилы. Ну, этому кранты, а этого сейчас тоже подобьем. Если он, конечно, сейчас орех еще не будет захиливать. Ну, самого персонажа. Так, секундочку. Ну это ладно, это фигня. А вот теперь не фигня. Так, гасим его, короче. Поехали. Так, минус. Ну, надо смотреть. Если у него сейчас эти тако есть, то он себе восстановит здоровье.
плюс этого прокачает, у нас, правда, сработает защита. Если он... Тогда дело дрянь. Тогда дело дрянь. Три и семь, это 10, всего лишь 10 урона. Ну давай, защиту, защиту мне. Спасибо. Что бы тут сделать-то? Как сделать лучше? Давай вот так, наверное. Окей. Родничок, дождик у тебя, или как там он называется? Ну, вы поняли, да, что у него там стенный орех вытягивает. Так, ну что, погнали. Я даже не знаю, ребят, тут какая-то такая обстановочка. Опа. Прикинь, орех взял. Перемещает. Оу, хорошо. На самом деле, ни хрена хорошего. Семь в лицо. А, ну все, ребята, если 7 в лицо, на следующем ходу мы его уничтожаем. Ты заколебал, а? Все, поехали. Слушай, а у нас же вот это убьет? По лицу или нет? Да ты достал уже. Ты не забывай, что он сейчас может применять... Ага. Ну давай вот так вот сделаю, и хрен с ним. Ему сейчас нужно хиляться, я как не знаю кто. Крокодил. По-моему, наносит вот он в лицо урон. Я вот точно тебе не могу сказать. Блин, да... Откуда ты только ханурика-то взял? Вот объясни мне, а? Сейчас будем проверять. Заморозка. Все. Все, друзья мои. Я просто сомневался, сможет ли он нанести персонажу урон. Смог. Ну и победа. Победа за нами. Наконец-то. 14 ранг. И наши 1000 гемов. Так, бежим прямиком в магазин. Так, что это тут у нас? Усилитель для купонов. Пополнить. Мне не надо ничего пополнять. Мне нужно взять паки. Утилизировать дополнительные карты. Утилизировать. Так, 2000 мы с тобой получаем энергии. Так, подожди, а где паки-то у нас? А, вот же наборы. Написано русским языком. Наборы. Ну что, какой будем взять? Какой будем брать, точнее? Этот или вот этот? Или вот этот? Нет, этот, это деньги. Давай вот этот вот. Ну, друзья мои, смотрим, что нам здесь выпадет. 11 паков даже. С Богом, как говорится. Ну, это все у меня есть. Ну, это понятно, это необычные карты. Так, пошли редкие. Ну, в принципе, неплохо. Мега редкие даже есть. И легендарку. Какую? Ох ты, ребят, две?
Три? Да ну, четыре. Ребята, четыре легендарные карты. Ё-моё, это за все мои страдания, что я испытывал в сегодняшней игре и в тех сезонах. Они решили меня вот так вот отблагодарить. Как ты видишь, огурца у меня не было, поэтому новая карта легенда. Звезды у меня тоже не было, поэтому новая карта это. И, ну, этот у меня был. И этот у меня был. Но лишними они не будут. Так что, ребята, с этими картами уже можно за растений поиграть. Жалко, конечно, что по одной всего лишь карте. Было бы их хотя бы по две или по три. Но огурец этот очень может нам помочь. Он же достает легендарные карты, если попадает. Если попадает и пробивает главного персонажа, да, то он вытягивает нам легендарную карту шаманства, да? Ну что, друзья мои, я очень рад, что вот так вот у нас 4 легендарные карты. Я надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.